Строительный забор возле кинотеатра «Вымпел» доживает свои последние часы. Десятки возмущенных одесситов, не дожидаясь отмашки, сносят металлические ограждения. Давайте попросим пока не ломать ничего. Сильнейших. Я так думаю. Те люди, которые там вот незаконно ставят заборы, которых здесь нет уже, значит, придется пересмотреть площади. Они отбирают не парки, они отбирают не кинотеатры, пусть уже перестроят. Они отбирают наше здоровье. Наше с вами здоровье. По утверждению общественных активистов, горсовет незаконно увеличил площадь застройки в 6 раз за счет зеленых насаждений в сквере возле кинотеатра, на месте которого планируют построить торгово-развлекательный центр. Захваченные территории оградили забором, который и снесли протестующие. Кто этот забор поставил, неизвестно. Кому он принадлежит, неизвестно. Значит, но территория сразу расширилась. Мы абсолютно уверены, что если закрыть на это глаза, то завтра забор появится дальше. То есть весь сквер исчезнет практически. Здесь стариков много, здесь много молодых мам с детьми, желающих выйти недалеко от дома. Старики не в состоянии ездить далеко, чтобы здесь можно было отдохнуть свободно на чистом воздухе. Зачем нам вот эта застройка, когда здесь будут высотные дома? Ранее мэр Алексей Костусев заверял, что скандальный сквер будет спасен. Сквер вокруг Вымпела, так же, как и любой другой в нашем городе, будет сохранен. И никто не даст уничтожать сквер. Однако ни гражданским активистам, ни одесситам слова городского головы уверенности не внушают. Костусев 2 месяца тому назад сказал, что ни одной зеленой зоны не будет тронута. Есть решение сессии об этом. И после этого, после всего, что произошло, вот так вот за спиной у общественности происходит отдача этой территории под застройку. Активисты движения «Генеральный протест» готовят иски в суд по другим спорным решениям горсовета, чтобы в дальнейшем отстаивать зеленые зоны всеми возможными силами, как на бумаге, так и на деле. Дмитрий Долматов, Алексей Кулигин, Новая Одесса.